Вадим Казаченко задал интересный вопрос. А можно ли сделать, если нет особых условий, в доме 200-граммовой спинцовкой делать клизмы с уриной где-то месяц, чтобы очистить? Или обязательно литр нужно? Такого в ваших книгах точно нет. То есть в книгах такой метод не описан там. Надо литр. Я, значит, ответил следующее. Смотрите, если человек, вернее, надо понять следующую такую глобальную вещь, что, конечно, промывание через прямую кишку в виде клизм, они будут очищать то, что там имеется, ну, грубо говоря, там плохо там вышло и так далее и тому подобное. Но важно понимать, смотрите, вот у нас кишка. Кишка в виде трубки. Так вот эта кишка, она обновляется, растет слизистая, растет стенка кишечника из периферии, ну, грубо говоря, из отсюда вот сюда. То есть если вот это вот слизистая кишечника нашего, то она растет вот так вот и слущивается. То есть важно, тем более в течение месяца, важно создать условия для того, чтобы вот этот вот слой рос, стеночки кишечника, и она слущивается, и то, что, грубо говоря, на нее там налипло или еще что-то, то есть кишечник вообще, и желудок, и желудочно-кишечный тракт, и в частности кишечник, он сам очищается. За счет того, что рост идет от стенки сюда наружу, внутрь. И все это в конце концов попадает в просвет кишечника и слущивается, выходит также с каловыми массами, с пищей, если это высоко в верхних отделах кишечника. То есть здесь не надо особо заморачиваться. Клизмы хороши тогда, когда вот что-то надо резко, там имеется, грубо говоря, интоксикация, человек, понимаете, питается, вот как он привык там питаться, грубо говоря, там сладкими булками, чаем, там, допустим, там еще там в перемешку смешанная пища с белками. И это создает вот как раз вот такие вот полости кишечника, создает ненормальности, которые для удобства хорошо вымыть, промыть, чтобы все это ушло. Но если вы преследуете иную цель, нормализовать слизистую здесь, нормализовать работу кишечника, то, понимая вот этот феномен, что он очень быстро обновляется, то есть идет рост, важно создать только условия и за месяц. Я тут как раз и написал, если вы будете пить, ну, грубо говоря, 50% своего питания замените на тушеные, отварные овощи, желательно в теплом виде. Сырые могут вызвать, там брожение или еще, то есть сырую пищу. Сырые овощи, фрукты, не каждая пищеварительная система способна переварить полноценно. Поэтому возникает газообразование и так далее. А вот если это все обработано, знаете, ну, будем говорить, вот можно сварить свеклу на 100% она. А вот если вы сварите так, чтобы осталось 80% это было, ну, грубо говоря, вареная свекла, а 20% вот где-то вот сыроватенькая такая вот. Но употребляется в теплом виде. Вот такой продукт начнет, значит, будем говорить, совсем по-другому взаимодействовать со стенкой кишечника. Он начнет ее очищать. Много клетчатки, все это впитывается.
То есть я как раз вот тут и привел. А именно, все может быть очищено питанием за месяц. Если в течение месяца и далее вы будете съедать 50% овощей из самых, в самых различных видах, особенно тушеные, отварная, это свекла, капуста, морковь, все это можно съедать, да? Побольше свежих соков выпивать. Далее, далее, вот именно цельные каши, не лущеные каши, а вот желательно цельные. Проросшее зерно добавлять, великолепно восстанавливает все функции пищеварительной системы, и в том числе способствует, если имеется какой-то плохой рост вот этой как раз стеночки кишечника, это будет нормализоваться, да? Так, белки в виде там, можно там яиц, можно там и куриного там мяса там отварного, орехи, то через месяц вы себя не узнаете, кишечник будет чист, работать как часы, и внешние, внешний вид, и внутреннее состояние. Нежный, приятный, явно такой, знаете, свежий. При этом чувствуется его определенная плотность. Вот этот, наверное, творожочек с кисломолочным, вот нашим, в нашем случае ряженкой, соединился. И вот вкусы вот эти все вошли друг в друга, и это просто какие-то молочные зернистые берега. То есть вот это вот надо понимать, что как работает. Не просто мы тут промываем ёршиком, чистим, а организм – это удивительная вещь, которому только создай необходимые условия, только дай питание, которое ему надо, он сам очищается, сам приводит себя в порядок. Вот в чем сила естественного исцеления. А не то, что говорит, в течение месяца вы будете туда фигачить клизмы по 200 грамм уриновые, чтоб там что-то вымывалось. Понимаете, это разные вещи. Вымывать и обновлять. Я думаю, поняли. Полный детокс.